Так, сейчас. Ну ладно, так, тоже буду списывать. Чего? Девятая? Да. Ну, она больше, чем восьмая. Ну, я тут, под водой, там она, там, ну, короче, не боится воды. А, это самое. Стабилизация. Стабилизация вообще идеальная. Чего? По качеству на телефон снимать лучше. Ну ладно, ну как это? Это же 5 капочек. Здесь? Да. Здесь есть 5К, но это 24 кадра. Здесь снимать 5К, только если тебе лень фотографировать. Возьми, что хочешь. Ты потом не поднимешься туда второй раз. Ну, я. Просто какие люди свиньи. Свиньи. Просто, ну какого черта? Надо вот так просто выкинуть. Держи, природа, да? Ну вот, сейчас я вам покажу. Где это находится? В каком это месте? Вот пакетик для мусора. Вот здесь. Эти твои хлебцы на туалетную бумагу похожи. Спасибо за сравнение.
Ну, Зева! Когда идете в горах, в гору, выгибайте ноги и коленки до конца. И не спешите. Можно палочку найти? Да. Две. Все, привал. Походу лавина и все. Снесло. Вот здесь вершина Кубуса, вот еще выше облаков. Это вот с той стороны где-то подъем есть. И там есть наверху площадка. Там как бы деревья вокруг, вот такого нету там. И там чуть-чуть. Вот деревья-деревья и вот чуть-чуть. Вот кроны деревьев и видно ледник. Но вот сейчас смысла там не будет, туда поднимешься и пустота. Все, отдышались? Ух, мокро. Да, да. А все уже? А? Пришли.
О, все, тебе хорошо. Меняй позы постоянно. Улыбку убери вот эту. Шею вытягивай. Чуть-чуть ко мне подойди, чуть-чуть. Короче, этот, которое будешь платье мочить, это или черное? Я не знаю, что-то, наверное, типа то, что водопад по эффекту. Во в чем? В черном, который у меня был вчера. Смотри, очень мокро, ой, понятно, холодно. Тебе надо будет как можно близко подойти. Ну, давай. Давай, убегай! А ты еще хотела этот босиком. Короче, тебе сейчас надо чуть-чуть передохнуть. Просто я 90% вот с таким фоткал. Я поняла. Поэтому я должен издалека теперь пофоткать. Хорошо. Тут видишь, как это четко. Да. А здесь? Размыто. Не размыто, оно... Я знаешь, как это, блядь, Самара из... Ой, как я там, из звонка. Угу. Короче, поимпровизируй, ты меня слышать не будешь. Руками вниз, наверх, куда угодно, чтоб просто постоянно что-то делай, но... Просто чтобы не однотипная шапка. Ну да, тебе надо двигаться постоянно. Я буду щелкать без остановки. Го. Газуй, газуй, 24 на 7, газуй. Чтоб не намок фотик. А ну присядь там!
оказалось на смеси, я думала, господи, как мне там стало холодно, как меня туда придило. Чё? Я не смогла прям расслабить, сесть и лезть. Сейчас солнце выглянет. А ты этот полотенце не брала, да? Так, что дальше? Все. Я тебя еще раз могу туда загнать, но я сам заболею. Нет, мне кажется, я там не доработала. Ну, можешь остыть, подумать, мы никуда не спешим. Ну, можешь туда зайти, там постоять в сырости. По-моему. Блин, красота, но передать это вообще не вариант. Я уже не говорю про то, чтобы спуститься туда.
страшно красиво. Вы там орете. Что, потеряли меня? Я уже там. А, я просто на самом верху поднялся. Да пошел ты лесом, опять на самом верх. Там вот такие муравьи были, я их испугался. Чтобы они тебя, блядь, в жопу укусили, ей-богу. Жалко, что погода была такая.